Дом номер 10 по улице 40 лет Победы – один из старейших в новом городе. О солидном возрасте дома говорит и дворовая территория. Несмотря на недавно отремонтированную детскую площадку, дороги оставляют желать лучшего. По признанию старожилов, капитального ремонта здесь не проводилось. Уже я сама живу в этом доме больше 30 лет. И то, что вот на моем, вот он, то, что большого ремонта дорог не было. Вот это ямочные, но это как бы залатываем дырочки, а большого ремонта не было. Жители устали мириться с плохим состоянием внутридомовых дорог. Фото выбоины ям опубликовали в соцсетях. На обращение откликнулся лично глава региона. Вместе с представителями администрации и Минтранспорта выехали на место и осмотрели фронт работ. На этой неделе сделали аварийный ямочный ремонт для того, чтобы в зиму обеспечить безопасность передвижения. И сегодня рассматриваем вопрос по включению этого двора, 40 лет Победы, дом 10, в программу формирования комфортной городской среды. Двор решено отремонтировать в следующем году в рамках федеральной программы. А жителям необходимо собрать все необходимые для этого документы. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.